Привет, ребята! Я сегодня перед вами предстала в достаточно необычном амплуа. Мне кажется, с таким макияжем и с такой прической вы меня еще не видели ни разу. Ни на видео, ни на фотографиях. Сразу возникает вопрос, почему? Что же случилось? И как вообще мне пришла в голову идея сделать сегодня такие яркие смоки айс, нюдовые губы и прическу с эффектом мокрых волос? Ответ на самом деле очень простой. Ребята, это вы. Вы мотивируете меня. Я вообще сама по себе не экспериментатор в плане макияжа, причесок. Так скажем, какие-то базовые вещи, да, я экспериментирую. Но вот так как сегодня, я аж сама удивилась, как вообще такое могло случиться со мной. Все началось с того, что я решила, сделаю я натуральный макияж и слегка золотистыми тенями проведу по всему веку. В итоге это вылилось в смоуки, потом я добавила черный кёль сверху и снизу, внутри глазика. И понеслась, тут уже родилась и прическа, и платье, и все остальное. Это я так начала видео для того, чтобы сказать вам спасибо. Спасибо за то, что смотрите, и спасибо за то, что благодаря YouTube, в принципе, благодаря вашим просмотрам, вашим комментариям и вашему интересу к моему последнему видео, вот к этому я оставлю внизу ссылку, видео о моем ежедневном макияже. Благодаря этому интересу мне захотелось экспериментировать, захотелось пробовать что-то новое на своем лице и рассказывать вам об этом. Но сегодня видео будет о другом. Сегодня я хочу вам рассказать о самом лучшем средстве, которое я только в своей жизни пробовала на своем лице. Вот честное пионерское, где сердце? От всего сердца вам говорю. Это самое классное средство, это самая лучшая маска из всех, которые я в своей жизни пробовала. Встречайте, это маска Glam Glow. На самом деле, история моего знакомства с этой баночкой, она такая достаточно неоднозначная. Я зашла в Sephora со своей подругой, она визажист, и она очень хорошо разбирается во всех средствах, во всех новинках. И я ей сказала: Лид, посоветуй мне, что бы мне купить для лица, что такое супер классное есть. И она меня повела к стойке с косметикой Glam Glow. Когда я увидела название, вот это вот Glam Glow, я подумала, ну, что такое Glam Glow? Звучит как-то, знаете, рыночно по-китайски. Обычно так называют продукцию, которая вам ничем не поможет, и только очень много понтов в названии, да, что это гламурное и светящееся. И название марки доверия у меня не вызвало вообще никакого. То есть я так повела бровью, я говорю: Лид, ты уверена? Она говорит: да, точно тебе говорю, это лучшая маска вообще, которая существует. И после этого я увидела ценник. Вы знаете, в мультиках бывает, что у персонажей глаза вот так оп, расширяются. Вот у меня глаза расширились примерно так же. Потому что ценник вот на эту маленькую баночку в 50 грамм, ценник был, дай бог мне памяти, 50 евро. То есть вот за эту баночку вы платите 1 евро за 1 грамм маски. На тот момент у меня было немного свободных денег, и я решила, что раз уж мне Лида так рекламирует это средство, а ее мнению я доверяю очень сильно, думаю, ну ладно, куплю, посмотрим. Скрипя сердцем, я пошла к кассе, расплатилась за эту масочку, причем у нее вот такая вот коробка, я не знаю, 25 на 25 сантиметров, открываешь, а там вот такая вот баночка крошечная. Ну, то есть, чтобы сразу вы не испугались, да, что баночка вот такая, вам делают вот такую коробку, чтобы она смотрелась так внушительно. Складывается такое ощущение, что я хочу сделать какой-то негативный отзыв, а на самом деле все совсем наоборот. Я хочу сделать самый позитивный отзыв об этой маске, который только можно вообще сделать. И это ни в коем случае не реклама, я купила себе уже вторую баночку. Лучше ничего со мной не случалось. Моя кожа лучше не выглядела ни от чего в жизни просто. Давайте начнем с того, что почитаем, что нам обещает производитель. Производитель пишет, что это отшелушивающая маска для лица с эффектом покалывания. Она создана как 10-минутный профессиональный готовый крем для достижения мгновенного эффекта сияющей кожи перед голливудской съемкой о развлечениях, музыке, моде и церемониях награждений. Вот когда вы это читаете, какая у вас возникает ассоциация? У меня возникает ассоциация полного какого-то обмана, я не знаю. В
В том плане, что все стремятся к такой коже, которую мы видим на ковровых дорожках в Голливуде. Все этого хотят, но никто не может практически достигнуть. И тут волшебная маска за 50 евро в маленькой баночке тебе обещает все и сразу. Эта маска, в принципе, сделана на основе грязи. У них есть запатентованная формула, которой они, естественно, ни с кем не делятся. Это их фирменная. И эта формула обещает очень и очень много. Я вам так скажу, когда я нанесла первый раз эту маску на лицо, как бы смыла ее уже после ванны, я чаще всего в ванной наношу маски, потому что там хорошо распаренное личико у нас, я просто не поверила своим глазам, когда увидела свое отражение в зеркале после ванны. Лицо на самом деле, оно как будто выровнялось, плюс подтянулось, плюс засияло, плюс сузило поры, плюс очистило. То есть все, что вы можете себе представить, любой положительный эффект, о котором вы можете подумать, они все сосредоточились вот в этой маленькой черной баночке со звездочкой на крышечке. Звучит, наверное, со стороны как сказка. И на самом деле, если бы мне кто-то вот так тоже про нее рассказывал, я бы тоже подумала, что это сказка. Но, ребят, это правда. Это лучшее, что есть сейчас на рынке люксовой косметики в более-менее приемлемых ценах. Я не говорю о каких-то масках там от 100 евро и выше. Как бы я такие пока еще себе не покупала. Но вот если мы говорим о масках в пределах 50 евро, то это лучшее, что я видела, пробовала и о чем слышала. Поэтому, если вдруг вы находитесь в поиске какой-то универсальной, супер-классной маски для лица, обратите внимание вот на эту маску с немного дурацким названием, но волшебным, реально волшебным голливудским эффектом Glam Glow. Hollywood, Калифорния. На самом деле, сегодня выпуск очень короткий. Не знаю, хорошо это, плохо после последнего 40-минутного видео, которое вышло на канале. Я вам всем желаю идеальной кожи, светящейся, красивой, голливудской. И еще желаю всегда покупать правильные и нужные средства. Спасибо, что вы были со мной, спасибо, что вы меня смотрели. Не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на канал и, пожалуйста, в комментариях внизу тоже. Если у вас есть какие-то секреты в плане масок, какая-то супер маска для всего, пусть это будет бюджетная, самодельная или, я не знаю, дорогая, люксовая, но если эта маска на самом деле такая волшебная, как маска, о которой я рассказывала, или же она еще лучше, вдруг, кто знает, может, вы знаете что-то еще лучше, чем то, о чем я рассказала, обязательно напишите ниже, я уверена, что эта информация многим пригодится. Также такое PS, я не знаю, где она продается в России, но я уверена, что в Россию кто-нибудь уже точно завез Glam Glow. В Италии я ее покупаю в Sephora, и там целый стенд Glam Glow со всеми их масочками. Я всех целую! Прекрасного вам дня! Пока-пока! С вами была Даша!